следующий раз он вырастет. Вырастет рога гнили. Они же в мае у них. А они когда выпадают? Самцы сбрасывают в декабре, в начале января, а самки сбрасывают в конце января. Угу. И вырастают? И вырастают, они в мае начинают расти новые. И к сентябрю у них уже пушистые рога. В сентябре они начинают облизать. То есть самые хорошие рога август, да? Август, сентябрь, октябрь, ну, да, ноябрь, да, и да, декабрь. В декабре уже начинают скидывать. И так они всегда, да? Природа. А у них когда брачные игры? Начинается где-то в середине октября и до конца ноября. А, ну вот как раз пушистые, да, самое, да, к этому вырастает. Нет, пушистость у них слезает в конце сентября. Угу. И начинается гон. Гон как раз. Брачный период. Ага. А сколько ему лет? Ей 3 года. А сколько живут олени? 25. 25? Ну, обычный френч. Ну, северных оленей очень сложно, да? Ведь кормить... В нашей классе им, ну, достаточно тяжело они приживаются. Да? Угу. Потому что их основной рацион – это ягель. И перевести на корма без ягеля достаточно сложно. Угу. Вот, мы ягелем тоже вот кормим здесь. Есть ягель, да? Да, у нас. А есть. Где ягель? Вот это ягель. Вот это ягель. А, это ягель. Личной пищи олени. Так она здесь тоже растет, получается. Ну, здесь не в таких количествах. Можно.